Почему? Нет, хорошо. Это он придумал этот праздник, Татьянин день. Он мыслитель. И если бы не он 13 лет назад не собрал команду, сегодня бы этого праздника, наверное, не было бы. Игорь Витальевич Пелинов. Отклонение от сценария сегодняшнего концерта. Эти слова не были заложены в него, так что мы еще будем разбор полета. Мы прощаемся с вами. У нас заканчивается сегодняшним концертом заканчивается праздник русского образования и культуры в Латвии, Татьянин день. Мы прощаемся сегодня, чтобы встретиться с вами через год. В будущем году в то же время. Был такой спектакль в русской драме когда-то. В будущем году в то же время здесь, в этом зале, на следующем заключительном концерте следующего проекта «Татьянин день». И посоветовавшись с организаторами праздника, мы выбрали тему для наших конкурсов следующего сезона, тему «Любви к русской культуре». И для заголовка этой темы остановились на цитате из Осипа Мандельштама «Все движется любовью». Положение о конкурсах мы уж на этот раз постараемся вывесить гораздо раньше, чем в октябре этого года, чтобы все мы смогли подготовиться, чтобы могли вспомнить о нашем приглашении к конкурсному фестивалю, начать работать заранее, шить костюмы, писать стихи, писать сценарии для своих пьес и ставить спектакли, с тем, чтобы снова мы собрались снова в этом гостеприимном зале Риги и полюбовались, посмотрели друг на друга. Всего вам хорошего, мы благодарим вас всех, но прежде чем мы расстанемся, друзья, я хочу вам представить ребят, без которых невозможно было бы сегодня провести большой праздник. Прежде всего я позову снова на сцену Марьяну Раймондовну Йота, руководитель конкурса исполнительского искусства, Олега Викторовича Панченко, руководитель театрального конкурса, Пушкинский лицей. Спасибо большое. Это Дмитриевна Берникова, если она сейчас в зале, руководитель театрального конкурса. Ну, если нет, то, пожалуйста, аплодисменты. Ольга Николаевна Дергунова. Ольга Дергунова была режиссером всех концертов, которые происходили в рамках «Татьянин день». И Елена Васильевна Матикубова, которая руководила и вела конкурс за всю работу. И еще я называю администраторов. Не стесняйтесь аплодисментов. Мне поправили, я называю руководителя конкурса изобразительного искусства Илону Рою, в зале, но благодаря ее усилиям, ее помощникам, была сделана замечательная выставка. Те, кто имели возможность увидеть ее, убедились в этом. И еще, чтобы все это работало, чтобы все шестерни, которые были приведены в действие, вращались без всякого трения, нужна была очень хорошая, слаженная команда мастеров, менеджеров. Я приглашаю на сцену Игоря Андреевича Майора, и Ирину Владимировну Смирнову. Опять же, Пушкинский лицей. Пушкинский лицей. А также, молодые люди, не стесняйтесь, выходите. Ваша работа не видна была. Проходите. Она была видна, но без... Видна была, мы их не видели. Эти молодые люди помогали вам получить удовольствие на концерте, чтобы все шло без... Запинки без задоринки. И еще молодая дама, которая сделала тоже звукорежиссера, Татьяна Беседина. Всем большое спасибо, ваши аплодисменты. А также большое спасибо звука и света операторам. Это тоже ребята из Пушкинского лицея. Спасибо вам. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Встречаемся для того, чтобы насладиться любовью. Все движется любовью. Тема следующего года. Всего доброго.